Привет всем, всех с Новым годом, наступившим Новым годом. Сейчас я хочу погадать на предстоящий год быка. На Новый год погадали. Сейчас я хочу погадать на год быка. Что нам даст бык? Что нам дала крыса? Я думаю, все и так видят. Увидели, что нам дала крыса. Относительно Америки это видно. Относительно России это видно. И относительно Беларуси тоже видно. Ну и также ряд других стран тоже это увидел. Я думаю, там Кыргызия и, наверное, еще какие-нибудь страны. Ряд западных стран, я думаю, тоже это увидел. Так, мне интересно погадать сейчас. Россия. Год быка. Начинается в феврале этого года. Год быка. Крыса. Крыса – запасливое животное, да. Но оно хитрое, очень хитрое. Оно тащит в норку, живет в норке. Действует не прямо, лукавит иногда, хитрит. Это крыса. Бык же, наоборот, действует напролом. Как белый металлический бык, по-моему, да? Бык действует напролом. Вот мне интересно, как он отыграется, этот бык. Что он даст для России? Год металлического быка. Что принесет карты? Скажите, пожалуйста. В этом 2021 году. Что принесет металлический бык? Белый металлический бык. Почему 6 пик постоянно выпадает на Россию? Темная дорога, дорога в темное время суток. Либо если это про экономику, дорога вниз. Это не есть дорога развития. Дорога, это темная дорога куда-то, я не знаю. Государство? Медицина или государство? Ну, медицина проигрывается в 20 где-то процентах случаев. Ну, приблизительно. Но сейчас я хочу узнать, что будет государство. Что-то с государством будет связано. Государство. 6. Государство однозначно. Это с государством что-то будет связано. Там какие-то хлопоты идут. В государстве идут какие-то хлопоты. Это 100%. Причем большие хлопоты. 5 валет. А вот дословно, если говорить, да, вот дословно, как вот тут мне хотят карты сказать. А дорогу ищут. Вот ищут дорогу в ночи.
искать дорогу в ночи. Через тернии куда-то идут, куда-то там что-то дорогу, пути какие-то ищут. Что-то с этим связанное. Шесть — это дорога. Это постоянная дорога. Но шесть пик — это темная дорога. Тут пик очень много карт. Я вот просматривал. Пик много карт выпадало. Пики, король, король. Король какой-то, властный человек. Здесь перестановки во власти, скорее всего, будут. Кого они коснутся, я не знаю, но здесь... что-то будет. Бык. Так, ладно, по событиям, если посмотреть. Почему здесь выпадает женщина с ребенком? Я не понимаю. Либо это иносказательное значение, женщина и ребенок — это как государство и страна. Женщина и ребенок, они неразлучимы. Женщина и ребенок, они неразлучимы. Женщина и ребенок неразлучимы. Но иногда приходится разлучаться. Десятка, в середине десяточка. Деньги. Заработанные деньги какие-то большие выпадают. Кто общаться будет? Что-то деньги все какие-то выпадают. Тут что-то с деньгами будет связано, с большими деньгами. Больше ничего сказать не могу. Какие-то деньги, деньги, деньги. Причем это не наши деньги. Хлопоты большие с деньгами, большие хлопоты с деньгами. Это... А не могут ли санкции ввести? Интересно. Десять валет. Общение какое-то выпадает. Общение выпадает внутри какой-то группы. Внутри какой-то группы. Деньги опять. Опять деньги, деньги. Все материальное. Причем деньги большие. Король, властный человек. Это правительство. Весна. 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 Угу. На весну идет удар.
Удар идет на весну. Сейчас более-менее все, удар идет на весну. Весна. Весна идет. Девятка это независимость у нас. Девятка независимость. Еще одна девятка. Любовная карта. Король. К концу весны вот это вот произойдет, что-то с деньгами связанное. Неприятности какие-то с деньгами. Весна, конец весны, это уже снег будет таять. Неприятности какие-то, это уже... Как будто бы это уже обсуждают. Причем даже люди обсуждают. Даже сами люди обсуждают что-то. Что-то будет деньги, почему-то деньги. Деньги, банковская сфера, облигации, займы. Кредиты. Весна. Какова вероятность? 80-80%. 8 и 10, 80%. И все зависит опять же от короля. От короля зависит. Но в процентном соотношении 10 и 8, 80%. Проблемы с деньгами. Какие-то проблемы с деньгами. Но опять же, я гадаю на страну, точно сказать нельзя, потому что все зависит от короля. Как у меня выпадало и на курс рубля, все зависит от короля. Мне постоянно выпадает король. Король крести выпадает, властный человек. Все зависит от короля. Это надо учитывать. Это очень большой фактор. Король, он всегда выпадает. Это первое. Второе, гадание, это всего-навсего 60-70% того, что это будет. Потому что никогда не знаешь, что произойдет. Вот никогда не знаешь, что произойдет. Реально. Так, здесь идет какое-то общение внутри группы и общение по поводу денег. Или удара на денег, на финансы. 10. Как будто бы санкции ведут у меня тут проходит. Ну да, санкции их обсуждают уже причем. Причем материальные санкции, там 6 это выпадало. 6 бубны выпадало. Так, я гадаю на Россию. Сейчас на Россию. Меня вообще две страны интересуют. Россия и Беларусь. Это две практически идентичные страны. Практически идентичные страны. Ну, еще Турция. Ну. Я не думаю, что туркам будет интересны мои расклады. Абсолютно неинтересны будут. Так. Туз. Дама. Хлопоты у короля будут. Так, туз и дама. И одновременно. Плохо понимаю, что это такое. Расставание с какой-то женщиной в правительстве. Но оно мне, по-моему, выпадало уже. Расставание с какой-то женщиной в правительстве. Я плохо понимаю, что хотят сказать карты. Расставание с какой-то женщиной в правительстве. Тут правительство выпадает. В правительстве.
встреча с кем-то старым, со старым другом. Расставание с женщиной и встреча со старым другом, я не совсем понимаю. Или разлука со старым, ой, разлука с чем-то. С чем-то старым, разлука со старым и встреча с чем-то или с кем-то, кто уже был. Я не могу понять, что карты хотят сказать. Разлука с кем-то старым. Почему-то женщина выпадает. Разлука с кем-то старым. И встреча с кем-то, кто уже был. Товарищ, знакомый, коллектив. Вот насчет работы, да, если это там встреча с старым знакомым по работе. Возможно, устройство на ту же самую работу, где ты работал. Но все идет через удар, через туз. Король. Дама. О, тяжеловато. Конец года тяжеловато. Как будто вот, я не знаю, события определяет весна. Конец весны определяет события. А дальше мутно все. Мутно, вот вообще мутно. Карты как будто бы сами теряются. Весна. Конец весны. Весна. Причем это даже не у нас будет, а у одних. Весна вот именно. У меня весна идет. Весну надо ждать. Надо погадать на весну. Обязательно погадать на весну. Вот как будто бы сейчас себе более-менее нормально. Вот реально нормально. Россия нормально, я ничего не могу сказать. Но вот весна именно, там какой-то удар по финансам будет. Причем вот как будто во власти это знают. Король это знает. Король, власть держащий человек, он это знает. Хлопоты какие-то будут. Весна. Так, я, наверное, не буду перезаписывать. Я сразу запишу для Беларуси. Это у нас Беларусь. Карты, скажите, пожалуйста, как год белого металлического быка отыграется на Беларуси? Что он принесет для этой страны? Даму какую-то принесет. Крестовую даму какую-то принесет. Как будто бы надо ждать весну. Но опять же, все определяет человек. Вот. Порядок вещей, порядок событий для России определяет человек во власти. Или люди во власти именно. Вот они определяют ход событий. Там во многом все зависит от их решения. Так, ладно, Беларусь. Год металлического быка.
Какая-то дорога выпадает. Дорога, перемены. Ну, перемены неплохие. Перемены неплохие. Опять же, дама какая-то идет. Ну, дама у меня уже выпадала. Вот только что выпадала полминуты назад. Так, посмотрим, что у нас там будет. Год металлического быка. Так, на шестерку я, наверное, сказал, да, это дорога, развитие, перемены, любовное свидание, это шесть червы. Ну, дорога, то есть светлая дорога, там утренняя, дневная дорога, дорога перемен, причем мягких перемен, но опять же здесь без чего-то жесткого не обойтись. Дама и король. Король — это власть держащий человек. Дама, либо это женщина, либо какие-то препятствия, либо какие-то ситуации, плохие ситуации. Дама пик, то есть. Не очень хорошие обстоятельства. Рок. Если хотите, рок от власть держащего человека. Трудности от власть держащего человека. Ну, вот как-то так. Вот опять он выпадает. Он хочет себе дорогу. Ну, иначе говоря, он хочет остаться, я так понимаю. Шесть крести, король крести, дорогу он себе хочет. Он хочет себе дорогу, он хочет остаться. Но я думаю, это Лукашенко, да? Хочет остаться. Как это еще трактовать? Так, ладно. Но дорога выпадает червы. А, так, по событиям, да? По событиям. А туз в окружении семерок. Семь червы, семь бубен. Какие-то плохие события. Разрыв чего-то. Плохие события и разрыв. Что, две дамы выпадают? События, неприятности и разрыв чего-то. Разрыв чего? С кем? С кем разрыв? Не показывают. Разрыв, разрыв, разрыв. Разрыв. Доверие, разрыв, я не знаю. Разорвет кто-то отношения, может, я точно не знаю. Не показывается. Может, разрыв король, бубен, это как иностранец идет. Разрыв отношений, может, с каким-то иностранным государством. Разрыв отношений. Утрата доверия. Доверие утрачено. Неприятности и разрыв идет. Плохой поступок со стороны женщины, дурной поступок со стороны женщины. И опять же иностранный, иностранка. Либо иностранка, либо женщина, которая находится далеко, за границей. Какой-то плохой поступок от женщины.
Деньги. Деньги замешаны. Король какой-то замешан. Деньги большие замешаны. Какой-то плохой поступок будет. Дама пик. Возможно, предательство. Это женщина, либо иностранка, либо женщина, которая находится за границей. Но здесь, по большому счету, это иностранка какая-то. От 35 до 50 лет. Может, выглядит более-менее так. Моложава. Дама. Почему-то на эту даму. Вот она захочет денег, вот эта женщина. Либо денег, либо вбросить денег куда-то. Женщина, деньги. Почему-то деньги вот у нее, деньги выпадают. Но ничего не сможет. Я не могу понять, кто это. Женщина-иностранка. Она в какой-то стране занимает пост или будет занимать пост. Женщина-иностранка захочет либо инвестировать деньги, либо вкинуть деньги, либо заработать на чем-то. Скорее всего, она захочет вкинуть куда-то деньги. Куда-то деньги вкинуть. Свои интересы, может, преследует. Какая-то иностранка, по-моему. Из правительства, либо правительство контролировать. Какая-то женщина. Женщина какая-то. Волевая женщина, кстати. Может быть, она на пути к власти. Но иностранка. Ты какая-то иностранка. Все, деньги, деньги. Далее. Но на саму Беларусь ложится дорога. Все равно дорога. Все равно перемены. Но перемены, опять же, не почему-то мягкие у меня выпадают. Тут мягкие, червовые карты. Они мягкие, это любовь, это эмоции. Зачастую положительные эмоции. То есть здесь нет ничего жесткого. Но все равно перемены идут. Шесть пик, ну тяжело будет, да. Это очень тяжело, шесть пик. Ночная вечерняя дорога, темная дорога. Все равно перемены выпадают. Так, 8. 8 в окружении вольта и дамы. Интересно. А что за женщина выпадает, я не понимаю. Женщина какая-то, как будто бы будет пытаться контролировать. Тут женщина какая-то выпадает. Иностранка. Король. Король Бубен, это иностранец. Под контроль будет пытаться взять. Женщина какая-то выпадает. Она во власти, или к власти стремится, или придет скоро к власти. Женщина какая-то. Но у нее не будет удаваться это. Как будто бы вот какая-то женщина будет пытаться взять под контроль. Когда у нас выборы в Германии? Там же какая-то женщина была.
Но здесь идут перемены все равно. Хоть женщина и будет пытаться повлиять, причем при помощи денег, больших денег, как будто бы идут перемены, не зависящие от этой женщины. Перемены, да. Но перемены тяжелые. То есть тяжела дорога. Ноша тяжелая. 6 это дорога, перемены. Ну, последние три карты. Все пики, все ударные карты. Если в сочетании посмотреть. Тут у нас валет в середине. Валет, дама и девятка. Все пики. Вот если в сочетании посмотреть. Почему-то у меня такое ощущение, что я сейчас вытащу короля. Нет? Нет? Нет. Валет выпадает. Короля не выпадает. Может, это и к лучшему. Валет и дама. Это рукоприкладство. Это рукоприкладство. А... Что еще сказать? Валет и 9 это компания. Зачастую ничего не показывают. Это компания. Поездка, приключение с компанией какое-то. Ничего нету. Более ничего дополнительного не могу сказать. А если на страну посмотреть? На страну выпадают деньги. Либо предложение денег на саму страну. Возможно, кто-то будет пытаться взять под контроль страну за счет денег. Дама какая-то. Какая-то дама. Возможно, дама с королем. Возможно, дама из правительства. Ссора, ругань, рукоприкладство, компания, поездка, приключение. Это дословно. Вот то, что карты обозначают. Насколько я понимаю. Это на уточнение. Еще плюсом выпадала какая-то женщина, которая будет пытаться взять под контроль события при помощи денег. Иностранка причем. Я так понимаю, это кто-то с Запада. Женщина выпадает. Женщина. Опять же, дама треф. Иностранка. Вот как-то так. Ну, я опять же говорю, гадание это гадание всего-навсего. Вероятность того, что гадание исполнится, там 60-70%. Ну, по сути. Если вы посмотрите вокруг, да, то сами поймете, начались перемены или их нет. То есть есть дорога, есть эти перемены или их нет. Как вот у нас в России. Есть перемены или их нет. Даже если они маленькие, даже если и не маленькие. С чего-то надо все равно начинать, с каких-то хлопот. Надо все равно с чего-то начинать. То есть, какие-то перемены должны быть. Обязательно они должны быть позитивные.
лучшую сторону. Будем надеяться на то, что действительно перемены будут хорошие в этот год металлического быка, который будет в феврале. Больше сказать мне нечего. Будем надеяться, что исполнится все хорошее, то, что я нагадал. Все плохое не исполнится. И вообще все будет у нас хорошо и замечательно. Спасибо за то, что смотрели. Лайк, дизлайк поставьте. Какой-нибудь комментарий напишите. Спасибо большое, до свидания.